Рост цен в Севастополе – один из самых значительных в стране. Об этом заявил заместитель председателя законодательного собрания города Александр Андреевич Кулагин, комментируя выступление директора Департамента экономики правительства Севастополя Элимдара Казымовича Ахтемова в ходе пленарного заседания парламента в этот вторник. В своем отчете чиновник рассказывал об экономических успехах Севастополя. В качестве примера привел индекс промышленного производства в городе на 2016 год, который составил 121,5%. Это говорит, что наши предприятия постепенно восстанавливают свою производственную деятельность и наладили кооперативные связи с предприятиями на материке. Однако, как отметил Александр Андреевич Кулагин, последние показатели говорят об обратном. Так, первые месяцы 2017 года привели к спаду производства. Сейчас индекс составляет чуть более 91%, при том, что в целом по стране такого резкого колебания не наблюдается. Еще один пугающий показатель – динамика роста потребительских цен в Севастополе. В марте этого года индекс составил 102,4%. Это второе место по Российской Федерации, понятно, с конца, после Чукотского автономного округа. В том числе этот индекс составил за счет услуг 105,1%. Это мы здесь главные снизу, опять же, в Российской Федерации. И такая тенденция сохраняется у нас уже почти год. И все это за счет средств, за счет сферы жилищно-коммунального хозяйства, где индекс потребительских цен вырос до 108,8%. В Республике Крым 106%. Это абсолютный рекорд в Российской Федерации. Мы понимаем, что у нас... Депутат отметил, рост тарифов в городе должен совпадать с ростом доходов населения.